Сотрудники «Газпромнефтьхантас» представили свои цифровые продукты на международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС. Подробнее о том, как цифровая трансформация помогает нефтяникам эффективно разрабатывать месторождения, наш следующий сюжет. Рассчитать параметры добычи, обнаружить узкие места, выбрать оптимальное решение и достоверно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Сделать все это точно и качественно можно с помощью полномасштабных интегрированных моделей. Цифровые двойники месторождений сегодня широко используются в «Газпромнефтьхантасе» и дают возможность эффективно разрабатывать уже зрелые активы и подбирать ключи к новым. Эффективность довольно достаточно высокая, в первую очередь потому, что проверяются проектные решения, которые зачастую не всегда точные, и модель позволяет это еще раз пересчитать, посмотреть, какой отклик всей системы на эти проектные замечания, и, в общем-то, подобрать какие-то корректировки и, соответственно, обсудить это с руководством, подсветить проблемы. Еще один IT-проект «Экосистема» помогает отладить взаимодействие с подрядными организациями. Речь идет о создании единой информационной среды, которая и облегчает работу с документами, и дает возможность более эффективно использовать технологические и людские ресурсы сервисных компаний. В периметре дочернего общества уже есть ряд успешных решений интеграции, которые позволили не только значительно снизить и ускорить документооборот, повысить прозрачность по формированию рабочей и отчетной документации, но и повлияли непосредственно на производительность процессов, сократив ожидания за счет рационального распределения ресурсов. Это лишь несколько примеров того, как цифровая трансформация выводит сегодня нефтедобычу на качественно иной технологический уровень. Именно цифровизация становится мощным драйвером развития и отдельных компаний, и отрасли в целом.